Начала работу летняя аэрокосмическая научно-практическая школа ЮРГУ. Она направлена на вовлечение будущих абитуриентов в научную деятельность аэрокосмического направления. В этом году название летней школы «Все просто. Летим в космос». На базе нашего кванториума специалисты ЮРГУ будут заниматься с детьми. И дети в командах будут изготавливать ракеты, которые впоследствии будем запускать. Для школьников проводятся лекции от преподавателей аэрокосмического направления ЮРГУ. Первый день работы школы участники посетили две лекции, посвященные проектированию ракет-носителей и конструкции их двигательной установки. Моя лекция сегодняшняя будет посвящена ракетным двигателям, то есть мы расскажем основные принципы работы ракетного двигателя как такового, ну и краткий обзор о том, как это было, как это есть сейчас и как это будет, то есть некая перспектива. Также уделим немножечко внимания в целом постановке задач летней школы, то есть я расскажу немножечко про их ракету, про то, каким двигателем она оснащена, как он работает, ну и в целом так создадим первое впечатление о том, что такое ракетный двигатель. Всего сформированы 10 команд по 5 участников каждый. Их кураторы – студенты аэрокосмического направления ЮРГУ, которые на протяжении летней школы будут поддерживать ребят. У нас есть старшие и младшие кураторы. Старшие кураторы помогают и знаниями, и создать дружественную атмосферу. Младшие, они помогают тоже контактировать со школьниками, создать дружную команду, как-то их объединить, чтобы они работали как команда, а не каждый по отдельности. 50 участникам аэрокосмической школы предстоит спроектировать головной обтекатель и стабилизаторы модели ракеты. Часть элементов корпуса ракет будет изготовлена на трехмерном принтере. Ну, судя по тому, что нам уже рассказали, мы будем собирать какие-то ракеты-носители, и мне кажется, это интересно. Работа школы будет длиться на протяжении 11 дней. Все это время школьники будут погружены в процесс разработки и создания летательных аппаратов. В завершении участников ждет защита проектов разработок и пробные пуски изготовленных ракет-моделей.